Доброе утро! Мы с Максом уже завтракаем. Да, Максим, вкусные блинчики. Коля пришел с работы, лег спать и сказал, что он очень сильно устал и будет спать до самого вечера. А мы сегодня планировали сходить поставить машину на учет. Ну, не знаю, может, Коля пораньше проснется. Посмотрим. Вот, а у меня пока в планах, сейчас позавтракаем, я себе кофеечку сделала, и хочу помыть на кухне шкафчики, дверцы все помыть надо, ну, короче, генеральную уборку на кухне сделаю, диванчики почищу, тоже уже маленько заморались. Короче, пока Коля спит, я здесь буду на кухне тусить. Заморались. Сильно, да, уже заморались. А кто диваны морает? Мам, ну как обычно, кто у нас самый большой? Кто? Кто диван морает? Там. Где? Спит, что ли? Папка, что ли, морается? Ну, ё-моё, папка у нас все морает. Убираюсь на кухне, уже все помыла, холодильник там, двери, то окно, в общем. Пошла, прополоскала тряпочку в ванной. Прихожу сюда, что-то здесь протерла, в общем, и обратно иду в ванну. И смотрю, там Коля стоит. Я так напугалась, я думала, у меня сердце остановится. А я еще в наушники ходила, я смотрела там на ютубе что-то. Ну, то есть я не слышала ничего. И, короче, я просто захожу в ванну, а там Коля. Это вообще что-то было. Я просто даже не ожидала, что он так рано проснется. А он вот здесь. Я сам не ожидал, что-то я не знаю, просто встал и все. А, вообще, я думала, я буду спать до вечера. Ну, мне говорит, я, говорит, буду до вечера сегодня спать. Ну, потому что тебя попускал малость, а так получилось, что я встал очень рано. Ну, значит, я буду готовить обед. Я вчера мариновала курочку здесь с лучком, со специями. И сейчас в аэрогриле хочу все это дело запечь. Так, куда-нибудь убрать эту крышку. Сейчас сюда все выложу. Можно, в принципе, тут в два ряда выложить. Но тут курицы очень много. Так что я не знаю. Наверное, сейчас один ряд выложу. А остальное можно завтра, да, приготовить. Как ты думаешь? Занят человек. Ладно. Не знаю, до завтра. Надеюсь, ничего тут не испортится. Оставшаяся часть. Да, конечно, нет. Лука много, Коля лук не ест, поэтому я лук убираю. По возможности. Вот столько у нас будет на обед курицы и на ужин, я думаю. Примерно час все это будет готовиться. Ну, по крайней мере, пока поставлю на час, а там видно будет, может, пораньше все это сделается. Остатки убрала в пакетик, сейчас это все в холодильник. И завтра будем тоже обедать или ужинать. Персик тут как тут. Там, где мясо, там персик. Не успела диванчик почистить. Ну, вечером почищу, когда Коля на работу уйдет. И когда уже никто кушать не будет садиться. И, в принципе, все, на кухне я все помыла, все убрала. У нас, кстати, сегодня на улице тепло. Очень тепло. И нету солнышка, прям классная такая погодка. Ребятня гуляет. Может, тоже куда-нибудь сходим, прогуляемся. Курочка готова. Продзынькала уже. О, смотрите, какая прям золотистая получилась. Кстати, знаете, как определить, готова курица или нет? Вот у ножки, вот эта вот часть, она разрывается, когда она готова. Ну, если, естественно, она целая была. Так что, пора есть. Надо доставать гречку, у нас там гречка есть. Огурчики.
Она же гречка с мясом, да? Еще и гречка с мясом, ну. Вообще огонь. Я люблю, когда так. Сейчас будет слишком сытный обед у нас. Я люблю, когда много мяса. Много мяса. И мало теста, да? Много мяса, мало теста. Мы вышли немножко прогуляться. И надо еще зайти на Wildberries и забрать, как там, Snoopers, Snipers. Короче, какую-то ерунду Максим кинул. Я даже не в курсе. Не помню, как точно она называется. Короче, такая жмякалка. Ага, жмякалки интересные, приколюхи. Хочешь, можем сейчас зайти забрать. Не-не-не, мы сейчас не будем таскаться. Я люблю, маленькая. Я люблю налегке, короче, чтобы в руках ничего не было. Максимум в кармане что-то либо, и все, не более того. Даже какой-то пакет неохота таскать. Все-таки решили сразу забрать. Это маленькая такая штучка. Я сейчас ее все. А я-то думал, знаешь, там какая-то большая штука. А я ее, короче, так вот сильно, смотри, сжал, и все, и она. А, во. Подожди, да там бери пакетик. Мне лучше не надо брать, это я сломаю сейчас. Коля может сломать даже то, что нереально просто сломать. Мы Максу купили пистолет, этот, ну, водный. Макс маленько поиграл, я говорю, дай-ка, Макс, я поиграю. И я решил его прям так накачать, ну, чтобы прямо струя как дала-дала, и, короче, все лопнуло там. Я качал-качал его, и он, короче, лопнул. Все, Макс наигрался. Пистолету просто сколько, несколько часов, даже дня нету. Я потом сделал, нормально все стало. Давай. Все серьезно. Вот такая штука. Подожди, остановись. Короче, Макс сказал, что ему она нужна. Видимо, у кого-то видел. Все. Что она бывает, она так вот встанет, все. Ну, сильно, наверное, сжимаешь. Ну, Макс-то будет с леденца, ну, давить. Или ты. А слушай, а вот это, он, ему прикольно, что он будет как бы как экспандером качать руки. Ну, так я думаю, это типа такого и есть. Так он заодно играет, как бы заодно и подкачивает руки. Короче, я так понимаю, что мы сейчас пока будем гулять, Коля будет ходить играть. Не, так она прикольно щелкает. У нас сейчас такая погода, и жарко, и солнце, и дождь, и ветер. Просто все вперемешку. Ну, не говори. А еще я хочу этот пакетик выбросить, тебе сколько времени, и никак не могу, потому что нигде мусорки нет. Вот она. Есть. Ура! У нас такой дождик маленький идет. Прикольно так. У нас там просто туча такая. Его ветра, наверное, доносит, потому что над нами, в общем, тучи нету. Туча с края. А дождик идет. Да. Что-то мы с Колей гуляли-гуляли, разговаривали по поводу машины. И что-то решили начать уже ее потихонечку чистить. Коля говорит, можно начать с багажника. Ну, снять вот эти все, как они называются? Обшивку. Обшивку. Она и дома почистить. Дело в том, что вся обшива там снята. Там не хватало клипс. Я вот по образцу, в общем, купил клипсы, но еще их не ставил. Там практически их нету. Вот. Ну и вся обшива просто вот так вот стоит. Я еще пока ничего не ставил, потому что она будет загоняться к жестянщику, делаться, поэтому все везде будет подравниваться, все косяки устранятся. И поэтому, собственно, я ничего не ставил, потому что, ну, сейчас поставлю, потом это все равно все будет сниматься. Ну, то есть, не имеет смысла. Вот. Ну и такой, думаю, в принципе, можно всю эту обшиву домой забрать. Она такими небольшими частями идет там. Ну, и она... Машина, в общем, химчистку не видела, мне кажется, никогда. Вот. Она прям, ну, жестко там внутри вообще. В общем, нам надо купить мыло антипетин. Сейчас мы в метро зайдем, посмотрим здесь его. Надеюсь, что купим. И, наверное, обшивку, ну, домой затащим. Все равно она не нужна, как бы, пока что. Пускай она стирается. Коля, снова Дед Мороз. Ну, это маски Чебупалочки. Кстати, мы вот зашли в метро. Тут так классно, так прохладно. Вообще отлично. Кстати говоря, знаешь, я еще вспомнил? Что пока лето, да, ну, вот пока тепло, надо еще гараж расхламить, потому что я сейчас в него положил опять колеса. И там, короче, вообще теперь не пойти, не проехать. Если еще убрать все вот эти обшивы, не обшивы, то, что в багажнике лежит, то, что я от дверей от новых, короче, снял, все это убрал. А там в багажнике теперь опять кавардак, там полный багажник, короче. Там надо все в гараж везти. И там вообще будет, ну,
Остался последний месяц лета. Да, надо будет стопудово расслаблять этот гараж, потому что на зиму опять, ну там уже будет просто ложить некуда. Представляете, в метро не продается мыло. Вообще никакое. Хозяйственного нету, антипетина нету, вообще ничего нету. Вообще ничего нету. Как-то интересно. Ладно, пойдем в другой магазин. В какой-нибудь продуктовый сейчас зайдем. Да? Вон там всякие утюнки, да, всякие продаются. Мыла нету, как так-то. Мы зашли в светофор по пути домой. Стеклоочиститель возьмем. 40 рублей стоит. Нормально, да? За сороковочку-то. Ну да, сейчас посмотрим, здесь должно быть мыло это продаваться. Я думаю, он стоит рублей 10 здесь. Ну уж не 10. Ну, я думаю, что недорого. Вот есть хозяйственная жидкая. Слушай, а может, эти салфетки вот такие влажные в машину кинуть? Ну, давай, нужны, кстати, салфетки 56 всегда. 56 рублей, смотри, какие, 180 штук. Ну, они, наверное, маленькие очень. Ну, бери. А вот эти вот 200 штук. А, так вот лучше в Одессе возьмем, вот. Да? Бери любые. Мне кажется, они особо ничем не отличаются. А вот, смотри, есть еще эконом. Туалетная бумага. Смотри, туалетная бумага. Как раз руки вытирать еще удобнее. Ну ладно. Так, осталось мыло найти. Наверное, в следующем ряду. Здесь что нет нигде. Тосол хозяин за поляри. О, может тосол такой купить, в бумера залить. Так, я если что пошутил. Я думаю, все поняли. Ну, целевая смазка РЦ-40. Смотри, ВД-40, а тут РЦ-40. А, что дальше? Тут игрушки пошли. Игрушки? Ну, что-то как-то интересно. А у нас теперь игрушки, потом бах эти идут. Тряпки старину, видны там, посуду, все такое. Ну, видишь? А это вот. Что такое? Это? Угу. А, написано же. Это написано. Нейроскакалка. А, скакалка. Ты на одну ногу одеваешь и, ну, типа, раскручиваешь и перепрыгиваешь. Да? Я видела, девочка там одна прыгала у нас во дворе. Происходит, ну ладно. Вот, смотри, всякие тут еще тряпки. Что из микрофибры, кстати, для пола. Нет, это... Да, тряпки, кстати, да. А, из микрофибры. Взять. Так, а мыла нету, да? А дальше кислоты там вот. Дальше уже продукты пошли. Знаешь, мы где-то прошли, должно быть мыло стопудово. Ну вообще тут раньше продавалось мыло, я точно помню. Ладно, пойдем еще поищем. Может, мы там прошли в самом начале? Зашли мы в магазин за мылом, называется. Мыло не купили. Мы купили вот такой огромный пакет. Просто 650 рублей оставили в магазине. Но. Зачем заходили? Мы там купили. Я вот себе тряпки наконец-таки взял. Сейчас домой придем, покажем, что мы купили. Да, давай. Много всякой ерунды набрали. А что за мылом-то будем все-таки заходить? Давай зайдем. Сейчас просто в каждый магазин заходить будем. Оставлять деньги. Почему мыло не продают? Я что-то вообще не поняла. Ни там, ни в светофоре. Раньше в светофоре, я помню, продавалось мыло. И хозяйственное продавалось. Нет, там хозяйственное продается, жидкое. Ну, жидкое, это не обычное же. Обычно там можно еще и натереть. Да? Жидкое мыло я пробовала, брала. Ау! И что-то мне как-то не очень понравилось оно. Обычное такое кусковое намного лучше. Смотря, опять же, для чего. Короче, сейчас в наш продуктовый зайдем, посмотрим еще там, если есть, то возьмем, если нет, то уж домой пойдем. Вот что мы взяли в светофоре. Купили целую коробку вот таких вот грибочков. Не знаю, вкусные они будут или нет. Да, вкусные. Я обожаю грибы эти. Именно эти. Но мы раньше покупали чокобой, конечно, они вкусные. А вот эти не знаю. Мам. Шоколенд какой-то. Мои любимые конфеты. Взяли вот такие вот Максимкины любимые конфеты. Да, вот такие. Это просто, ну, такие жевательные конфетки. Да. Коля взял тряпочки такие небольшие, 30 на 30, 10 штук. Еще взяли вот такое печенье. Будь здоров, крекер с отрубями.
Ну так, Максу погрызть. Салфетки показывали. Еще на кассе увидели вот такие вот батарейки. 100 рублей стоили. Ну, 96 или 98, что-то такое. Короче, недорогие батарейки тоже взяли. Что? А это мыть стекла. Средство такое, да. А, и еще потом зашли в магазин и взяли вот такое вот мыло хозяйственное, отбеливающее. Два, да. Антипетин не нашли. Если где-то увижу, надо будет взять обязательно, потому что это, видимо, какой-то дефицит у нас уже с этим мылом. У нас уже вечер. 9:30, если быть точнее. Коля уже уехал на работу, а я продолжаю убираться. Убиралась сейчас в шкафу, наводила порядки на полочках. Вот, ну там еще как бы не до конца все убрала. Поэтому сейчас пойду буду убираться дальше. И помою сегодня, почищу диванчики на кухне обязательно. Надо это сделать. Вот такие у меня планы. Но я думаю, это вам уже будет неинтересно. Поэтому я на этом закончу наше видео. А вы подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. И в начале видео там было кое-что необычное. Я прям сама удивилась. И я надеюсь, вы тоже это заметили. Напишите, кстати, в комментариях, как вы думаете, что это было такое необычное. Всем пока!